Всем привет, всем привет. Это X-Pac. Что за X-Pac? Ребятушки, в общем, всем привет. Меня зовут Максим, канал DG Family. Продолжаем WWE 2020. Эй, Пак, чё за дела? Здорово, ребята. Как у вас там? Хорошо выглядите, да, ты тоже неплохо. Что там? Что там? Какая-то ошибка там? Или это извинение? Что? Ну, ничего не понял, но что-то интересное. Ну, показалось. Типа, вы меня очень заинтересовали, когда увидел вас там на NDC или где, что, где? В каком NDC еще? Как обычно, от нашего Джона Сима там нелепые шутки, не смешные, над которыми никто, которые никто не понимает. Ну да ладно. Почему нас зовут Рэй? No, it's true. And I wasn't just a drizzle. I was more like a torrential downpour of crap. Red was always ahead of me from the moment we started training. Сейчас мы расскажем историю, как же мы все-таки начали тренировки свои, как мы начали тренироваться после того, как Ред избили в школе, а мы с позором подскользнулись на... You can use this credit card for whatever you need, but we keep the reward points. I'm about 10,000 short of a free trip to someplace warm, and you're gonna help me get there. Может быть, батя наш дал нам кредитку и говорит, типа, ну да, скорее всего, это родители. Типа, ну как так? Ты же еще вчера был таким маленький, там надо было менять подгузники, ты там, у тебя резались зубки, и теперь ты вот едешь в колледж. Ну ты че? Ну как ты же так? Я поеду с тобой в багажнике. Говорит нам мамка наша, но... А батянин он просто про деньги заливает. Типа, просто быть умнее в распоряжении с кредитной картой. Типа, мне же потом придется за все расплачиваться, так что давай там как-нибудь поаккуратнее. Не надо там наркоту, там проституточек сразу же покупать, там снимать и все такое. Не-не-не, никакого оружия, это тем более. Мы любим тебя, Денвер. Мы, походу, у нас колледж в Денвере, а где мы живем, так и непонятно. Ну, в общем, куда-то мы едем. В другой город, в колледж, В общем... Ты в это веришь? Мы наконец-то сделаем это. Мы будем тренироваться... I don't think that's possible, шоу? Considering шоу? You've already had three energy drinks before we've even left town. Типа, ты давай успокойся, я уже выпил три энергетических напитка перед тем, как сесть за руль, так что меня тут колбасит, так что давай музончик какой-нибудь включи, чтобы мне было повеселее. Бля, что с волосами происходит? Что с волосами происходит? Видите? У девчули-то еще более-менее, а вот у Джона Фултон. Такой город, наверное, Фултон. Что-то типа того? Давай-ка сворачивай быстрее. Ты хочешь там в туалет, что ли? Нет, хочу тебе кое-что показать. Видишь этот баннер? Когда-нибудь на нем будет наше лицо. И, может быть, скоро мы попадем в WWE. Блин, конечно, все интересно. Очень сильно развили компанию. В общем, не просто про какого-то рестлера начинающего. О, тусня началась. Можно поговорить с Ред. Ну, давайте. Right. Ну, ладно. Время для дорожных игр.
Как думаешь, с кем у нас будет первый матч? Come on, I'll get you started with some options. How about Bret Hart, Jake the Snake, or типа как насчет Бретта Харта, Джека Змеи или Рэнди Пайпера, Руди Пайпера? Так. Они все сильны. Вот я не знаю, кто такой Джейк. Ну, я бы хотел подраться либо с Бреттом Хартом, либо с Рэнди Пайпером. Давайте Бретт Харт. Бретт Харт. That would be so cool to face a legend like that. Да, было бы очень круто с легендой и вот так вот. И надо будет сейчас драться с ним. Сережу. Да, нет, да. Непонятно. Непонятно. Это просто наши мысли, и вот вообще какая-то будет такая вот. Ну да, если вот такая вот, типа, она замутненная, то, скорее всего, это что-то типа наших таких мыслей, наших. Но это точно не воспоминания, это просто описание наших мыслей. Да, вот именно так, наши фантазии. Вот. До этого так было с девчулей, с нашей Ред, с нашей красненькой, когда она там выдумала, что она победила ту задиру, девчонку из школы. В общем, на самом-то деле все оказалось совсем-совсем не так. Byron, he certainly seems to be showing more pride of late, wouldn't you say? I would, Michael, but he's got to be careful. Ну ладно, мы вышли, посмотрим на Бретт Харт. Бредди. Here comes the Hitman. Oh, yeah, Hitman Hart. Of execution. And his opponent from Calgary. Да, легенда, звезда, суперстар, как говорят комментаторы, суперстар. Вот так вот. Бретт Харт. Ладно, ладно. Давайте, что нам с ним надо сделать. Надеюсь, будет без всяких там. Да, походу, надо просто подраться с ним, и все. Окей, это я могу. Это я могу. Блин, у него, конечно, риверсы у нас таки не растут. Я там что-то качал, но ничего не докачал, короче, походу. Вот что я знаю, что они реверсят вот именно вот. А, нет, смотри-ка, не реверснул. Опачки. Опа. Реверснул, отлично. Это я хорошо сделал. Можно попробовать прыгнуть. Мы, кстати, да, я качнул, что я теперь могу лазить по этим и... Кстати, мне всегда было интересно, сколько же он получает процентов. 15% за то, что он вырывается из удержания. Это много. Смотрите, сколько мы его бьем, а у нас всего 37%. Всего лишь 37. А у него уже 15. Хотя он ничего не сделал. Я не успел нажать? А, он реверснул даже? Охренеть. И минуса. Минуса сразу же пошли. И сейчас мы будем получать по своей сладкой попке. Нет, не надо. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Это меня прям не устраивает. Не устраивает. Так что сложности я пока менять не буду. Как только мы там прокачаемся более-менее уже, то тогда можно будет. Тогда уже можно будет. Иначе это будет вообще... Почти всегда будет изменение нас. He might have been waiting on that one. Launched with a belly to belly. Oh, solid contact there. Red Hart getting. Такая разбежка. A change of strategy has to be his next move. Это я не попал, да? Ой! Как я так мог промахнуться? Как же так я мог промахнуться? Не знаю, но как-то мог. Как-то же смог промахнуться, значит промахнулся. Нет, не успел. К сожалению, не успел. И получаем по грудинке своей. Надо было свалить. Я же прокачал это все.
Отлично. Наверное, зря. Да. Точно зря. Точно зря. Немножечко, если успеем, конечно. Да, успеем. Отлично. Отлично, успели. И теперь на кураже будем мочить его. Опа. И реверс не удался. Ползем, ползем в угол. Фух, вот это хорошо. Ну и куда мы? Ой, ты что, так далеко пошел, что ли? Мы тогда похвалимся. Мы хороши. Мы молодцы. Пойдем, пойдем, пойдем. Нравится мне вот ловить оппонентов, когда они только залазят на ринг. И можно, кстати, можно сигнануть. Но он реверсный. Ой, вот это обидно вообще сейчас. А вот это хорошо. И теперь вот так вот. И теперь вот так вот. Да, отлично, отличненько. Бум. Еще в стол. Все, я думаю, он сам встанет. Я надеюсь на это. Судья пока не считает, так что... Все еще 4 только. Брэд, ты встанешь? А? А вон как вылазить! Просто жмешь. Ладно, залази. Вот, вот это вот плохо. Вот, вот это сейчас плохо может закончиться для нас. Отлично. Вот это хорошо. Вот это замечательно. F5. Наверное, так этот приемчик называется все-таки. И пробуем, пробуем финишер. Пробуем с ним закончить. Блин. Да хорош, откуда столько риверс? Слышь. Теперь, как говорится, не удалось. И после финишера у нас вообще не остается, да, этих? Ты уверен, что это хочешь сделать? Не, ну попробуй, конечно. Да что ты стоишь-то, дурачок? Причем это не финишер, да, был? Отлично. Немножечко побьем. Так вот. Нам нужно что-нибудь еще сделать классное. Но пока. И он реверснул. Да блин, хорош. И опять минус. Опять в минус нас догнал. Блин, а у него какой-то болевой, да, я помню. Я помню болевой. Не-не-не-не-не-не. Да хорош. Плохо. Плохо, все плохо. Все очень и очень плохо. Так, а можно переиграть? Или это были такие плохие воспоминания, да, наверное? Можно переиграть? Пожалуйста. Ну, позади. Нет, только продолжать. Только Ну, на самом деле это хорошо. Это хорошо. Хоть мы и проиграли, но кто не проигрывает, как говорится. В 19-й было, что надо обязательно победить. Если только там не по сюжету. Если только не по сюжету. Типа. Ну ладно. В общем, не очень хорошая, правда. А, это же не воспоминание. Тем более, почему мы не выиграли? Почему нельзя было переиграть? Ну ладно.
Расстроили меня, прям расстроили. This is it. The home of the famous dungeon. Это дом опасности. Я чую, как тут пахнет рестлингом. For the past two days I've had nothing but moose jerky, maple puffs and poutine. Yikes. Типа я так устал, я хочу жрать, типа два дня мы сюда ехали. Все такое. But now that we're here, I can see us doing this. I mean, once Bret Hart hears how far we drove, he's gonna have no choice but to walk right in for training. So, thanks for pushing me on this. Of course. Well, here we go. Ну, давай. Это какая-то школа рестлеров? Школа рестлинга? I bet you're here for Bret Hart. Привет, я Бретт Харт. Hello. And yes, he's going to train us to be wrestlers. Eh? Да, мы приехали, и он должен нас тренировать. Is Bret home right now? Бретт сейчас дома? Hang on a sec. Да, он дома, но сейчас, секундочку. Два там каких-то этих пришли. Пришли, чтобы их тренировал. Of course. So are you Bret's housekeeper? Okay, seriously, guys, I'm messing with you. So Bret's not home. No. And he hasn't been for years. The Harts don't live here anymore. Типа они спросили, а вы его домработница или что? Типа, ну на самом деле его нет, и я уже по нему соскучилась, и вот здесь не было. Его здесь не было уже целый год. Она, видимо, так пошутила, наверное. Like I said, none of them are here. You seem like nice kids. Stupid, but nice. Типа, вы очень милые ребятки. Глупые, но милые. So much for Canadian hospitality. I thought you said you checked all this out online. I did. Типа, ты же говорил, что ты все проверил онлайн. Да, я проверил, но... Типа, ну все было, все правильно, все круто, но... Короче, наедали нас, наедали. Типа, ну, если уж мы здесь, давай хотя бы просто сфоткаемся. Почему бы и нет? Maybe you were right about us trying to become wrestlers. We've already failed at the first thing on our list. And maybe we're not cut out. Типа, может быть, тогда ты был прав, что нафиг нам это все нужно. Так что давай, наверное, возвращаться домой. Грустненько, грустненько. Вообще грустная серия получилась. Нас победил Бретт Харт. Нас не взяли в школу, которая, оказывается, и не существует, наверное. Типа, так вы это так там приехали в Калгари? Типа, думали, что какой-то Бретт Харт будет вас тренировать? Но вы дебилы. Да, это был такой забавненький момент в нашей истории. We were able to stay in Calgary and learn from a former wrestler who, at least according to him, типа, мы сколосили всю Калгари в поисках какой-то школы рестлинга, чтобы нас хоть кто-то тренировал. И так вы нашли Рейли Фиша или Флэша Фиша? Типа, ну да, на самом деле все так и есть. Мы нашли этого Рейли и именно он поспособствовал тому, что мы сейчас здесь. Я догадываюсь. Я серьезно, на 100% говорю, что я не знаю вообще, что тут здесь сюжет. Да, я видел, что на ютубчике вроде бы уже... Хотя нет, это не по этой игре. Это все не по этой игре. Кого надо? Джейн, да? Окей, бьем Джейн. А что ты не попадаешь-то по ней? Ой! Да блин, тут... Вот, а какого хера? Какого хера? У меня опять минуса. Если бы с Бреттом не был бы у меня минус тогда, я бы все затащил. Это же понятно. А тут тупо тебя избивают, пока у тебя минус. Как его другим-то наносить? Не понимаю. Что надо сделать? Надо, короче, ее... Пошла в жопу. Ага, как только... А, это мужик! Ну ладно. Но нам нужен тот. Ой, та, то есть, девчуля. Нам нужна та девчуля.
Такой нарядный парень. Прям молодец. Ты куда? Нажал? Нет, не нажал. Плохо. Рейли Флэш. А, да, все-таки Флэш Академия. Ну, да блин, ну тупость, ну тупость. Ну, блядь, нахуя менять было? Нахуя надо было менять управление в игре, в которой оно не менялось 5 лет? Зачем его надо было менять в новой? Скажите мне. Я ни хера не понимаю. Ни хера не пойму. Зачем это надо было сделать? Просто бомбит от таких вот моментиков. Пойдемте, надо девчу любить. Пойдем меняться. Как только мы меняемся, и девчули тоже меняются. Эльмагор Джуниор. Не знаю, кто такой Эльмагор, но накостыляли мы ему. Нормальс. Нормальс. Во, теперь у нее минус. А как я это сделал? И она не смогла реверснуть или что? А, это у него минус. У нее ни хрена. Тут такие звуки. Ну, блин. Игра вообще никуда не ушла, ребят. Вот совершенно. Графика, да, чуть получше стала. Графика, несомненно, стала чуть получше. Ну, не считая, конечно, как себя ведут волосы, точно так же. Волосы, вы бы видели, что творится с пальцами, когда я там, допустим, пытаешься. Опачки. Сверт. Оп, оп, оп. А вот это прикольно. Ну-ка. Хо-хо-хо. Это отлично. Ну, зато... Ладно, вот это вот неплохо. Вот это, наверное, удобно. Но очень долго. Да куда ты бьешь-то? Дурында. Пш! Вот это как? Это как? Это как так назвать? Да ты куда ты смотришь, блядь, овца? Ну реально. Почему она на пацана смотрит? Да ты серьезно, блядь. Блядь, первый раз в этой игре мамблю. Первый раз. Ну, потому что это... Ну, как это назвать? Ты дерешься с одним, блядь, а у тебя таргет, блядь, ушел куда-то вот еще в другую. Нажал же я. Быстро залезла. Вот куда ты полезла, овца? Ой, реально, блядь. Ну вот за управление это вот огромный минус им. Это прям огромнейший минус. Можно этого вырубить как-нибудь? На. На нахуй. Молодцы. А, и теперь пацанчика надо будет бить. Бля, мы такой неуклюжий. Ну, типа... Серьезно? Джонни, Джонни, ты сейчас получишь? Ты уже получил, считай. Считай, что ты уже получил. Дотянись до канатов, дотянись. Давай. Молодец. Да в смысле? Ты же дотянулся? Нет, не дотянулся, что ли? Ну, капец. Ну, это... Это успех, я так скажу. Это успех. Все в порядке? Давай, все хорошо, все хорошо. Дыши, дыши, просто дыши. В следующий раз все получится. Короче, надо было здесь сделать просто тогда женскую карьеру, потому что, смотрю, большинство приколов тут за девчулю. Либо делать вообще совершенно две разные карьеры. Ну вот какая-то бредятина, короче, ребят. Мне все нравится, но какая-то бредятина. Как вам это объяснить, не знаю.
И вот опять же музыка началась. С какого хера она сейчас началась? Спасибо, что закончилось. Вставай. Guys, come here. We need to Ребята, talk. Давайте, подойдите, надо поговорить. Is it about your disgusting ring mat? Because I feel like это из-за того, что у вас ужасный мат? Ну ладно, нам мы потерпим. Пощечину дал. Это за что? Это за то, что ты там выебывался, а не... ненормально дрался. А Ред? Красавица. Молодец. Now what I didn't tell you was that match was actually a trial. For what? Я вам не говорил, но на самом деле этот матч был как проверка для вас. Local Winterfest that's coming up. The organizers asked me to put on a wrestling event. Скоро будет Winterfest, и хотел вас туда запиндюрить. Slow down. After what I just saw, only one of you was ready for their first official match. Подожди, подожди. Типа, берут только Ред, да? Да, я так и подумал. Короче, Ред будет участвовать, а ты... деревянная башка, ты не будешь. Four, if you count the time I helped carry Macho Man типа, to the ring да, on his кто бы говорил, типа, ты так в WWE-то выступил всего три раза. Но... Флэш, почему я постоянно Фишем хочу назвать? Флэш нам говорит, а вот нихера, а было-то ровно четыре раза, а не три. В общем, ты не участвуешь, а Ред... Ред красавица, Ред молодец, Ред станет чемпионкой. Thanks. Типа, поздравляю с твоим первым матчем, я знаю, что ты победишь. You like running your mouth so much, you can accompany her to the ring as a manager. That actually типа, ну, если ты такой, я смотрю, manager? Типа, язык у тебя работает That's лучше, чем тело, так что ты будешь у нее менеджером. One more thing. I need to know what to call you so they can advertise the event. That's easy. I'm sticking with Red. Kids started calling me that in high school because of my temper. Типа, и мне нужно ваши никнеймы, типа, так узнать. I don't know. Sounds too regional. And Omelette. I know. How about Albert Asswipe? Nah. Carl Botch, on account of all the moves you botch? Давай Джон Сима. I like that one. How about I pay tribute to my wonderful trainer and call myself Riley Flash Jr.? Oh, that ain't happening. Типа, давай нажмем, назовем меня Рейли Флэш Джуниор. Ну и... А Трей это не пепельница? Или Эш? Трей это вроде пепельница, нет? Если не путаю, то... Может быть, путаю. В общем... Разговор был таков, что надо там кликухи ваши. Она говорит, давайте Ред, меня называют так со школы. Джон Сими, мы придумывали всякую фигню, нам ничего не понравилось. Он даже хотел быть, типа, как его сын. Но нет, к сожалению, Флэш не согласился и говорит, будешь ты пепельницей. Ну, не пепельницей, я не знаю, как точно пепельницей. Не помню, в общем, помню, что Трей... Насколько я знаю, это пепельница, потому что Эш Трей из «Не грози Южного Централа» вроде бы пепельница. Ну, не факт, в общем. Ладно, пофигу. В общем, ребятушки, давайте на этом закончим пока. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. В общем, с вами был Максим, канал GG Family. Все, до встречи, всем пока.